Друзья, всем привет! И сегодня мы с Машенькой начинаем новую интересную игру «Котенок-кошка. Эмулятор 3D». Итак, давай-ка, Машенька, начнем. Вот, смотрите, друзья, получилось. Вот что нужно сделать. Вот, идем сюда. Давайте-ка добавим звук, а то что-то не слышно. Так, вот. Вот, прыгает наш котенок. Итак, вперед, пошли. Пошли. Вот так, здорово. Итак, исследуем комнату. Замечательно. А ну, что там сверху? Сейчас проверим. Ой, что-то наш котенок немножко промахнулся. Подождите, а это что-то так кнопочка? Ага, это он кричит. Смотрите, как забавно, друзья. Хватит уже кричать. Вот, хорошо. Давай, Машенька, ты походишь. Держи. Ой, сейчас на диванчик только выпрыгну. Вот так. Вот, ой, ага, это он прыгает, вот, забавно, друзья, очень забавно, держи, Машенька. Так, мы пойдем в другое место, я хочу посмотреть, что там есть еще. Да, давай посмотрим, какие другие еще комнаты. А смотри, сверху он, игрушка-машинка какая-то. Да, побежим мы в ванную. Это ванная комната? А ты давай с прыжками или просто так. Я бежу. Посмотри, я бежу. Так, что-то там есть еще. Вот сюда, беги прямо. Хорошо, вот так. Бежу. Я бежу. И можешь прыгать. Вот, прибежали в ванную комнату. Что здесь у нас есть? Унитаз, душевая кабинка. Ясно, но мы побежали. Ну, подожди, Машенька, давай рассмотрим, что лучше есть в ванной комнате. Давай-ка. Я хочу посмотреть на людей, сейчас. На все хозяины. Хозяйки и хозяина. А, возможно, хозяева нет. Ага, вот. Есть хозяина. Вот, ага, вот, смотри. Тут душевая кабинка вот такая. А давай в душевую кабинку зайдем. Это же интересно. А коты не любят воду. Она, наверное, закрыта. Да, не получается зайти в душевую кабинку. Ну ничего, побежали. Ну да, я дальше. Уже я. Держи. Ой, подожди, что-то. Это какая-то гостиная. Не, это спальня хозяев. Это я. Наверное, хозяева пошли погулять. Да, надо свернуться и побежать. А наш котенок решил побегать. Бежим. Тут есть много всего. А давай мы пошли на улицу. А, да, вот, забавно, друзья. Можно, кстати, выйти на улицу. Здорово. Посмотрите, какой забавный мир. Какие облака. А что это такое? Деревья, наверное. Что это такие белые? Я не знаю, какие-то шары. Мячики! Какие-то на яйца немножко похожие. Это яйца? Не бывает таких яиц. Ну, мало ли. Давай поиграем. Ой, потемнело, Машенька. Наверное, возвращайся в дом, наверное, буря будет. Это что, деревья? Да, конечно. Нет, это вазы какие-то. А ну, давай толкни. Интересно, можно будет ли уронить вазочку? Можно. Но, по-моему, это больше похоже на... Да, смотри, ты уронила одну. Лежит на земле. Да, лежит на земле. А мы пока пошли дом. А смотри, поэтому можно было попрыгать. О, какая прикольная машинка. Вот. Пошли дом, погреемся. Да, забежал. Может, посмотрим, что-то нас надо поесть? Давай. А я не уверен, сможет ли он открыть холодильник. Ну, попробуй. А где тут холодильник? А вот. Давай я тебе покажу. Вот, смотрите. Друзья, вот развернулся, вот холодильник. Вот он такой большой, двухстворчатый. Ну, вот видишь, мяукать можно, а добраться нет. Ну, может, что-то на столе есть? Конечно, нехорошо по столам котикам лазить. Ну, что сделать, если он голодненький, ничего нет покушать. Так. Да я научу, как надо бежать. Ой, упал со стола. Сейчас. Подожди секундочку, разбег, вот, нет, еще назад. Там какая-то кастрюля, может в кастрюле какая-то вкусняшка есть, или нет, это скорее всего мультиварка. Ой, он ее сбросил в мойку. Ничего, друзья, так, идем дальше. Так, ну, к сожалению, ничего я не нашел покушать. А, кстати, что это за домик, знак?
Ой. Ай, друзья, мы наз... я назад вернулся. Посмотрим, что там на втором уровне. Ага, это уже, смотрите, уже совсем другая обстановка. А люди там есть? Не знаю. Сейчас давай посмотрим. А нет, 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 та же самая обстановка, та же самая. Это какой-то второй сервер. Можно ну, я поликопаю? Ну, можно, можно, конечно. Так, побежим мы. Куда мы побежим, тату? Не знаю. Я знаю, на... погуляем мы на свежем воздухе. Так, где тут? Не там. Где... где... А, вот, я знаю, где. В улице. Ой, ну там темно. А где есть спальня котика? Не знаю. Где-то есть? Надо искать. Ой, смотри, как у него хвост поднимается, когда ты бежишь. Ты видишь, Машенька, как прикольно. Воздух хвоста. От ускорения хвост поднимается. А во время прыжка, ну прыгни. Странно, что во время прыжка хвост не поднимается, только во время бега. О, давай, давай, прыгай на кровать. Может, да, он... я хочу поспать. А она на кровати пусть спит. Так. Я! Нет, нет, назад только немножко разбег. Вот, 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 давай, давай, давай. Вот! Вот. Ну не так же сильно. Давай, ну прыгай. И аккуратно. Вот, вот. Вот, не слишком сильно. Вот. Ну и вот здесь. Жаль, жаль, здесь нет кнопочки спать. А кстати, если назад. Угу. Вот только я не знаю, что вот этот показатель показывает. А ну-ка, давай, видишь, видишь, какой-то показатель 375. Возможно, нам какой-то точке надо добежать, где нулевая точка. Ну давай попробуем сейчас добежать до какой-то... А я хочу человеку голову на залезть. А нет уж людей. Как нету? А как Вин здесь живет, если здесь нема людей? Не знаю. Машенька. Только люди может его взять. Вот, вот так. Странно, что нету людей. А как он взялся, если тут и нету ни одной людей? Ну не знаю, вот такая какая-то непонятка. Может, он сам здесь такое место выбрал? Может. И не знаю, что вот это за показатель. Вот видите, 500. Или это сколько он набежал? Набегал? Ага, вот смотрите, тут какая-то еще приставка. Колонки, телевизор. Ну, это хозяйская спальня. Здорово. Много всего знают. Ну, а где же козьева? Где же ее тарелка? Ну, по идее, должно было бы это все быть на кухне. Но почему-то нет. Вот столовая. Вот столовая. Стол 4. Можем залезем на стол? Ой. Ой, а что это такое? Game over. Конец игры. Почему? Непонятно, друзья. Значит, мы не выполнили условия. Значит, тут какое-то условие надо выполнить. Надо монетки собрать, наверное. О, вот, вот человек, смотрите, смотрите, друзья, вот появился. Вот он человек. Ой, ой, он наступил на нас и задавил нас. Ужас какой. Где же этот человек? Он задавил котенка этот человек. Ты видела, Машенька? Надо, наверное, его прятаться. Наверное. А, ну, по идее, человек должен был кормить котенка. А он вместо того, чтобы покормить, взял ее, на него наступил и задавил. Ужас какой, да? Вин, наверное, специально так сделал, чтобы его покормить. Нет. Надо его спрятаться. Не, ну, а что ж прятаться? Надо же его чем-то кормить. Наверное, Винни ест ничего. Друзья, пожалуйста, кто в курсе этой игры, напишите, что нужно делать. Мы никак с Машенькой не можем разобраться, да, Машенька? Давай вот к машинкам попрыгаем, посмотрим, какие тут машинки модельки. Смотри, тут вот, ой, вредный котик посбрасывал машинки. Ага, это вот мой котик. Ну, да. Может, пошукаем человека? Эх, жаль, нельзя на вот этих машинках ездить нашему котику. Вот смотри, как сбрасывает машинку. Вот. О, утро наступило, пошли там погуляем. Здорово, пошли, посмотрим. Пошли погуляем, может там человек уже вышел погулять. О. А кто-то уже вазы вот эти, которые мы вчера посбрасывали, на место поставил. Давай еще одну вазочку сбросим, вот так вот. А тут человек поверит, что нас раздавит. Вот, вот.
Получилось. Ага. Ты бачиш, там дом поместився в другому місці. Да. Бачив ти там? Вот, м'ячі немножко. Так, что это за эстакада какая-то такая? То-то мы прогуляемся, зайдем далеко, убежим от этого дома. Можно, я только хотел... А, ночь! А когда ночь, надо, наверное, дом пойти такой, когда мы здесь живем. Ну, там. Возможно. Давай сюда хотел вылезти, посмотрю. Там не можно. А вдруг можно? Давай попробуем. Не можно. Какая-то площадка. Ой, ой, упал. Не наверное... Через текстуру. После дома уже, конечно, Давай, хорошо, пойдем дом. Давай пойдем в тот дом, который был... Вот смотри, вот это, смотри, вот нарисованный какой-то дом. А там нету двери. Вот, есть какие-то двери. А ну-ка. Они закрыты. Ну, сейчас проверим. А может, ему надо помяукать, и ему откроют. А ну-ка. Ну-ка, вот. Если... Нет, не хотят открывать. Да, Машенька, ты была права. Так, а куда уже наступило утро. А куда нам назад бежать? Да, конечно, назад. Ты что, дурень? Вот, вот. А, вот. Вот ориентир. Вот куда нам надо бежать, к нашему дому. Вот. Где вазочки, там и наш дом. Ну, по идее, да, вот. Вот появляется наш домик. О, мы сейчас к нашему домику на крышу залезем. Ой, еще какой-то домик. Вот, смотри. Вот, домик нашего котенка. Ну, видишь, желтенький, его хорошо видно. Вокруг все домики серенькие, а наш домик желтенький. Вот. Значит, это наш. Ой. Уже ночь наступила, надо его как-то зайти ему с родыни. Да я уж. Хорошо, хорошо, вот забегай. Секундочку. Сейчас я забегу в середину и тебе дам. Хорошо? Не вот. Согласна. Вот, ага. А вот смотри, какие тут есть ящики. Это, наверное, надо над нашим котенку вот сюда напрыгнуть наверх. Она... Нет! Не кричи. Сейчас проверим. Сейчас. Нет, что-то не хочет, друзья, прыгать. Значит, возвращаемся. Ага, он застрял, друзья. Бедненький застрял. Вот, ничего. Я сговорю, что нельзя. Хорошо. Все, хорошо. Машенька, держи и заходи в домик. Поиграешь немножко. Вот. И видите, почему-то день наступил. Какие-то интересные такие после текстуры. Пошукаемся человека, может, он где-то спрятался? Возможно, только под ноги ему постарайся не попасть. Я буду прятаться, если что. Хорошо. Я буду все прятаться. Вот так буду прятаться. Под столом. Ну, его вообще-то, по идее, нужно какой-то корм найти, чтобы он покушал. Какой корм? Ну, не знаю, то ли сухой, может, какой-то влажный, может, какое-то мясо или кашку хотя бы. Влажный. Ай, фонарик! Там, ой! Вот, game over, конец игры. Непонятно, в чем суть игры, но игра интереснее. Ну и на этом прощаемся, друзья. Итак, подписывайтесь на канал, ожидайте новых серий. Всем пока. Машенька, скажи пока. Пока.